Всем привет, с вами Информ-ТВ. Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, за что российский композитор Игорь Крутой считает ее предательницей. Артистка призналась, что многолетняя дружба закончилась после того, как администрация Юрмалы предложила ей создать ежегодный фестиваль «Лайма-рандеву» вместо популярного конкурса «Новая волна», проходившего в это же время в латвийском курортном городе. «Игорь злится на меня за то, что я сделала фестиваль. Он несправедливо на меня катит, обижается», – рассказала Вайкуле журналистам. Она также отметила, что во время «Новой волны» Юрмала буквально оживала на 10 дней. Однако после его закрытия Крутой рассчитывал, что курорт опустеет. Цитата: «Я патриотка Юрмалы. Как я могла этого не сделать?» Попыталась оправдаться певица за свой проект. При этом она подчеркнула, что с большой теплотой вспоминает «Новую волну» и добавила, что выступает на фестивале Крутого каждый год, поэтому ему не стоило на нее обижаться. Музыкальный конкурс «Новая волна» переехал из Юрмалы в Сочи из-за того, что латвийские власти в июле 2014 года по политическим мотивам запретили въезд на территорию страны нескольким российским исполнителям. А как вы считаете, стоит ли Крутому обижаться на Вайкуле? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!